Всем огромный привет! В предыдущем видео я говорила, что, возможно, оно будет последним в уходящем старом году, но мне кажется, что я слегка поспешила с этим заявлением, поскольку сейчас я снимаю видео о своих покупочках и подарочках от девчонок, которые я получила к Новому году. И еще, возможно, у меня успеет выйти видео, если не в этом, то в самом начале следующего года, о тех вещицах, которые я закончила для оформления своего дома к Новому году. Я говорю сейчас о салфеточке и о шарах, так как все-таки у меня дошли руки до того, чтобы я попробовала шары в стиле артишок. Очень увлекательное занятие, но есть чем поделиться, есть у меня впечатления, которыми я хочу с вами поделиться. Так что два видео планируется, как пить дать. Так вот, сегодня я расскажу о своих подарках к Новому году. Вначале я покажу наборы, которые я подарила себе сама, а в конце я покажу подарочки, которые мне пришли от рукодельниц с YouTube. В этот раз я прошлась по наборам от фирмы Риолис, Абрис Арт. Также я прикупила один набор от фирмы Черевномыть. И еще несколько наборов от Dimensions, но в этом видео я их показывать не буду. Я уже просто их далеко и глубоко припрятала. И поделюсь с ними чуть попозже. Перейдем к этим наборам, которые вы видите перед собой. Я не удержалась, я решила взять эти две панели от Риолис. Это новиночки от Риолис. Одна панель с клубникой и другая панель с ежевикой. Все дело в том, что я ищу панель достаточно узенькую, так как мне хочется заменить картинки, висящие у меня в коридоре. У меня отшиты коты, маленькие картиночки тоже фирмы Риолис. Они уже там висят практически всю жизнь. Ну, лет сколько? Лет 15-то уж точно там висят. И мне очень хочется после того, как мы поклеим новые обои в коридоре, сменить и также оформление. И вот туда мне хотелось вписать какую-то панель. Она должна была быть узкой. Я искала панели более нейтральные. Какие-нибудь сюжеты, которые связаны с природой. Решила взять у Риолис вот эти две панельки. Хоть они связаны с природой, я сейчас думаю, что, наверное, все-таки в коридор это не самый удачный вариант. Скорее всего, они пойдут на кухню, так как на кухне тоже будет смена обоев, ну и, соответственно, будет смена вышивок. Я поменяю сейчас вышивки, которые у меня висят на кухне, на какие-то новые. И эти панельки, конечно, очень симпатичные. Что интересно, я-то думала, что в набор входит эта лента, на которой вышивается сюжет. Оказывается, в набор не входит эта лента, а они предлагают сделать эту ленту самим. То есть отрезок ткани входит в набор, отрез канвы входит в набор, но мережку нужно сделать самостоятельно, и они пишут, этому вы можете легко научиться из инструкции. Я не вскрывала еще пока ни один набор, поэтому не могу точнее показать инструкции. Когда это буду вышивать, то я, конечно же, поделюсь. Также в набор входят еще и эти деревянные держатели, что считаю тоже огромным плюсом, так как отпадает всякая головная боль по поводу оформления этих вышивок. В идеале мне, конечно, хотелось бы увидеть там что-то в виде птичек. Возможно, какая-то группа птиц. Я даже видела у Алены Тяжелой совсем недавно видео, что она показывала панели от Евы Розенстан, как мы поняли, произносится ее имя, подходящую панельку.
Но ее, во-первых, нужно долго искать, во-вторых, это просто по бешеным каким-то заоблачным ценам. И я опять остановилась на родном Риолисе. Это тоже панель с цветами. Называется Альстримерии. Она такого нейтрального цвета, и мне кажется, очень и очень удачно впишется в композицию в коридоре. Здесь очень симпатичная канва. Вот этот набор я уже вскрывала. Я смотрела саму канву, насколько она большая, так как панель должна получиться очень и очень длинной, 90 или 92 сантиметров. Но канва очень приятного, вот такого кремового цвета, совершенно без вкрапления каких-то темных коричневых оттенков. Она очень хорошего цвета, мне понравилась. С картиночкой абсолютно не совпадает. Мне кажется, на картинке канва выглядит светлее. Я бы подумала, что это канва цвета экрю. На самом деле это прям вот какой-то ванильный крем, что ли. Так что есть большая вероятность, что этот набор у меня отошьется и будет висеть в коридоре. Еще у Риолис я купила вот этот набор, который называется «Пенек с мухоморами». Это тоже их новинка. Набор замечательного сюжета. Летом я как раз вышивала корзиночки с фруктами, корзину с клубникой. Мне еще осталось вышить корзину с яблоками и с малиной. И этот набор тоже вписывается в ту серию, на мой вкус. Он на такой же льняной канве, крупной. И он тоже в результате должен получиться 30 на 30 сантиметров. И в цветовой гамме он тоже имеет вот эти яркие пятна, которые будут в сочетании смотреться с теми сюжетами очень неплохо. Что интересно, что в этом наборе... Я первый раз увидела, что Риолис стал свои нитки вот таким образом располагать на бумажных органайзерах. Уже не отдельно палеточкой и какие-то мотки ниток, а вот так вот. Это шерсть акрил, как они пишут. Посмотрим, будет ли удобно справляться с такой намоткой. Честно говоря, вот те пасмы, которые фирма клала в набор, с ними мне было очень удобно, так как я их быстро разбирала и сразу же разрезала на те нити, которые мне вышивала. То есть у меня уже были готовые нити, которые я развешивала на органайзер, брала и вставляла в иголочку. Здесь же придется каждый раз отматывать нить. И вот я не знаю, будет ли это мне удобно или нет. Ну, как дойдем до него, так и посмотрим. Я взяла экспериментальные наборы. В данном случае это мой первый набор от фирмы Чаривна Мыть. И это такой набросок, летний набросок. Да, я сверилась с документами. Это летний набросок. Картина вышивается на канве с рисунком. Из этой же серии они выпустили такие же желуди. В наличии их не было. Был только летний набросок. Но я все равно его взяла. Во-первых, мне нравятся стрекозы. Мне нравится вот это летнее уже настроение. Такое ближе к концу лета, когда появляются фрукты и ягоды. Может, середина лета в нашей полосе. Для того, чтобы попробовать, что же это такое и с чем его едят. От черевной мытьи, это я уже сказала, мой первый набор, поэтому я даже не в курсе. Здесь канва вот с таким нанесенным рисунком. Кусочек виден этого рисунка. Я вскрывала набор, чтобы посмотреть, какая комплектация. Меня удивило
нарезка нити в каких-то там местах, то есть иногда просто какая-то короткая нить. Но, видимо, из-за того, что ее совсем немного нужно, потом очень много бэка разноцветного, причем он показан в цветовой гамме на схеме. Я думаю, что это тоже будет некая головная боль, чтобы разобрать, что где и какого цвета. Вот, во всяком случае, картиночка на титульном листе очень выигрышная. Я вышью и хочу сравнить конечный результат вот с заявленной картиночкой. Если они совпадут, то я буду вполне довольна. Последние два набора. От фирмы Abris Art, которые, по моему мнению, замечательно впишутся опять же где-то в коридор. Уже на другую стену, не на стене, где висит зеркало. Сейчас у меня на этой стене висит новогодние декорации, новогодние украшения. Но когда Новый год пройдет, я туда хочу что-то другое. Там у меня и мыши висели одно время, вот после оформления. Они удачно сочетались по цвету именно с окраской стен в коридоре. Но мне очень приглянулись вот эти две вышивки. Мне кажется, это тоже новинка этой фирмы. Это вышивка бисером. Частичная вышивка бисером. Две фигуры под дождем. Одна называется «История любви номер один» и «История любви номер три». Есть еще «История любви вторая», но мне там не очень понравился сюжет. В нем эта пара вместе, опять же под дождем, под зонтом. Они там целуются. В общем, мне как-то не очень понравилось, мне показалось немного пошловато, я прошу прощения, если кому-то так совсем не показалось. Меня устроили именно вот эти истории. Я считаю, что это парные вещи, и они должны висеть вместе. Вот они и будут висеть вместе, как два одиночества, ищущие друг друга. Несмотря на то, что это частичная вышивка, частично будет вышиваться дождь, частично будет вышиваться фон, но фигуры вышиваются полностью, что меня очень устраивает, потому что создается действительно очень хороший 3D-эффект. Вот такие интересности и вкусности я нашла и приобрела себе к Новому году. Можно сказать, что это мой подарок себе любимой, как сказала Светочка Левшунова, себе любимой. Так и есть. Еще сегодня я хочу показать подарочки, которые я получила от рукодельниц из интернета, из YouTube. Вы уже видели вот эту коробочку милую. Это прелестная-прелестная улиточка в новогоднем одеянии, в новогодней шапочке, шарфике. Уже абсолютно готовая к Новому году. Все свое ношу с собой. Елочка у нее на домики, все замечательно. Вышивка просто отличная. Рукоделочка, ну вот, выше всяких похвал, мне очень нравится. Все пошло в ход. И коробочка от конфет. Замечательные ленточки украсили ее. То есть настолько все гармонично. Я была в восторге, когда сюрпризом получила такой подарок от Танюшки. Ладушки 173. Танюш, тебе привет и огромное спасибо еще разочек за такой подарок. Я была безумно счастлива. Я все время улыбалась, глядя на эту улитку. Да и сейчас, как только я на нее смотрю, у меня растягивается улыбка до ушей. А в эту улитку это может быть и игольницей служить. Я уже здесь и иголочки припарковывала. В эту улитку я сложила наперсточки, чтобы не потерять. На самом деле не чтобы не потерять, а чтобы собрать все свои наперстки в одном месте. Так как я продолжаю еще пользоваться книгой «Икон Марии» и стараюсь убрать свой дом по этой методике. Я поняла, что для меня очень важно собрать все в одном месте. То есть если это наперстки, то они должны лежать в одном месте.
они в разных коробках. Один наперсток в одной, другой наперсток в другой и так далее. Когда они все вместе, я вижу, сколько у меня, я вижу, насколько они мне нужны, нужны ли они мне еще, какие самые удачные, какими я пользуюсь и т.д. и т.п. Супер-супер коробочка. Также от Танюшки я получила блокнот. К сожалению, я не могу показать вам сейчас этот блокнот. Он у меня идет в оформлении. Он у меня сейчас оформляется. Но я вам покажу его попозже. Блокнот-еженедельник. Тоже, Танюш, тебе огромное спасибо. Это блокнот не только еженедельник, но еще такая книга-раскраска, которую можно раскрашивать. Вот как сейчас девочки любят раскрашивать книжечки антистресс. Честно говоря, я еще не питаю к ним огромной любви. Возможно, я ни разу не раскрасочник. Совсем не художник. И у меня такое ощущение, ну, предварительное, поскольку я еще не пробовала, что если я вдруг начну раскрашивать, то я не только избавлюсь от своего стресса, а наоборот его усилю, поскольку там нужно какие-то мелкие детали раскрашивать, решать, каким цветом это все делать. То есть для меня вообще это будет опять муки выбора и очередной стресс. Но это только мои предварительные такие мысли по этому поводу. А вдруг все будет совсем не так, вдруг это все будет волшебно, вдруг я начну раскрашивать, и меня, так сказать, понесет в полет. Посмотрим. Это дело недалекого будущего. Еще небольшие подарочки я получила у Аминевой Ирочки. Она мне прислала симпатичные АТС-очки. Девочки, объясните мне, пожалуйста, что такое АТС-очки. Я, как всегда, в самых последних рядах, я даже не могу расшифровать, что это такое. Я приблизительно понимаю, что это рукодельные открытки, которые делаются, ну вот, по, наверное, законам скраббукинга. С Новым годом! Она написала замечательные слова. Наступает праздник долгожданный, добрый, прекрасный Новый год. Пусть же символ года обезьянка счастье и удачу принесет. Пусть так и будет. Я желаю, чтобы всем Новый год принес действительно счастью и удачи. И еще одна ТС-очка из серии «Афоризмы». Такой на тему красоты. Высказывание Софи Лорен о том, что женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить не всех остальных. Истинная правда. И еще Иришка вложила свою посылочку, новогоднюю посылочку. Замечательный набор от фирмы Neocraft. Он называется «Коробка с секретами». И это прелестная феечка, сидящая на коробке. Мне очень нравится феечка. Здесь в наборе от Neocraft равномерочка и замечательные ниточки, а также металлик мультиколор для крылышек феечки. Вот она будет такая красивая и блестящая. Ириш, спасибо тебе огромное. Мне было очень приятно получить от тебя сюрпризик, хотя тоже совершенно неожиданно. Еще я была очень счастлива получить небольшую бандерольку от Людмилки. Она меня поздравляет с Новым годом такой открыткой, прелестнейшей. Мне кажется, это в стиле начала 20 века. Такие открытки, может, конца 19-го, начала 20 века. Все дело в том, что Людочка была на ярмарке, рождественской ярмарке, и выиграла подарочный сертификат от комбината «Мастерица». Его можно использовать
посетив любой мастер-класс при этом комбинате. И вот она предложила мне этот сертификат в качестве, ну, любезно предложила этот сертификат в качестве подарка, чтобы я смогла им воспользоваться, так как она наверняка не сможет, так как она наверняка не сможет воспользоваться этим сертификатом, проживая в Гусь-Хрустальном. Ей нужно будет долго ехать из Гусь-Хрустального, и она решила, что лучше уже она этот сертификат подарит. Кроме того, Людочка положила мне набор открыток из музея Гусь-Хрустального, музей хрусталя. К сожалению, сейчас такой хрусталь, насколько я знаю, потому что мои знакомые там были, посещали этот музей, уже не делают. Остались такие экспозиции хрусталя только в самом музее. Это сумасшедшие просто по красоте хрустальные вещи. И бокалы, и вазы. И штофы различные. Очень красивые. И это все хрусталь. Даже, по-моему, себе сложно представить такое. Я не знаю, почему они перестали выпускать такие вещи. Возможно, для этого нужно самой съездить туда, в этот музей, посетить город. Сходить и поинтересоваться. Никогда даже не скажешь, что это хрустальные вещи. Смотрите, какая красота. Это, по-моему, лампа. Целыми сюжетами на абажуре. Знаменитые кони. Здесь хрустальная посуда. Очень красивые вещи. А это, по-моему, такой абажур от пола до потолка. Фотографии очень высокого качества. Просто приятно на них смотреть, приятно ими любоваться. Спасибо, Людочка, тебе огромное. И еще она мне вложила нужные вещички. Лента с надписью «Handmade» и с разными картиночками. Я думаю, мне обязательно пригодится, потому что такие я точно пришиваю и приклеиваю. И вот это, скорее всего, для скраббукинга, как я понимаю. Такие теги, которые могут пригодиться, если делать какие-то рукодельные открыточки или блокнотики. Девочки, я просто безумно счастлива от того, что ко мне приходят такие милые подарки. Спасибо всем вам огромное. Я очень рада, что... Я нашла такое общение, такое дружеское общение, связанное со своим хобби, с рукоделием. Мне кажется, что я бы нигде не смогла найти таких людей, с которыми было бы так интересно проводить время и общаться, и делиться всеми теми рукодельными новостями, которые происходят и в моей жизни, и в их жизни. Всем вам огромнейшее-огромнейшее спасибо. На этом я завершаю это видео. Желаю всем прекрасного рукодельного и вышивального настроения. До новых встреч. Пока!